Приветствую вас, любители полного привода. Сегодня у нас любительский выезд. Буквально выехали на час покататься, снять для вас небольшой контент. Сейчас мы поставили самовар, попьем чайку, покатаемся. На берегу Сакмары находимся. На моноприводе здесь, ребята, к сожалению, проехать нельзя. Пробовали у вас на заднем приводе, он не едет. То есть, даже если вы приедете на переднем приводе, к сожалению, здесь заедете, выехать здесь невозможно. Поэтому покатаемся по горочкам, проведем время, попьем чаю и вам приятного просмотра. Давай на другую теперь. Разгона нет. Разгон один. Уйди, уйди. Чуть больше разгон. Повис. Итак, что-то основная камера у меня сломалась. Итого, смотрите, здесь вот такой вот грунт. Вот от черного пакета. Да. Все. Как хочешь. Здесь, да, я проехал. Второй дастер накопал. Третий автомобиль. Короче, накопали нормально. И так, здесь резина оффроудовская стоит. Дима попробовал проехать в разрез. Давайте смотрим. Дима, ты напрямую едешь, да? Да. Я так и понял. А попробуй пониженную газ в пол. Пониженную. Так, Дима у нас разошелся. Решил покорить сразу все здесь. Первое пониженное газ пол решает. Так, а блокировка, самоблок? Что здесь? У тебя заднее колесо провалилось. Да, вообще красиво. Заднее колесо провалилось. Нет, отсюда невозможно выехать. На подъеме стоит рыхлый грунт. Во-первых, уже накопал прилично. Здесь уже, наверное, сложно будет кому-либо заехать. Если только здесь проезжать. Да, вот сейчас и будем ездить. Нива со всеми блокировками должна. Попробуем. Ну, у вас. Подожди-ка, попусти. Максимальная комплектация, нет? Да, максимум. То есть у тебя сзади стоит. Ну я еще не включал ее сейчас. А, ты даже не включал. Блок стоит заводская. И электроблокировка у тебя должна стоять. Ты ее не включал, да? Надо будет попробовать тогда сегодня, да? Ну да. Ну все, давай. Вообще красиво. То есть, я говорю, здесь очень сложно. На моноприводе здесь вообще бесполезно ехать.
А вот Хантер, я говорю, что-то стоит, никак не может выехать. А давайте спросим, что у него, какие сложности. Дружище, ты расскажи, в чем проблема у тебя? У меня перед не включается. А, не включается перед, да? Вон что проблема. Передок не включается. Хабы повернуты? Да. А ты их повернул где? Здесь повернули? Нет, до этого на поле. А, на поле? И что, они не встали, да? Хабы ты повернул, они не встали, не щелкнули? Щелкнули. А, щелкнули. Ну, чуть не работает. Перед вообще не включается. А, попробуй обороты ей дать. Херасе. Вообще легко. Ты хоть немножко касайся там земли. Ходом, конечно, автомобили едут, но не все. Тут позволяет автомобиль ходом выезжать. Специально подогнали поближе, специально. И уже сложности. А то дури у нас. Правильно, ну ты все перелетел. Ну конечно. Ух ты. Давай еще раз так. Кадр, чтоб получил. Чтоб засыпать надо. Получится смесло интересно. Как видите, колеса, то есть блокировок. А что там аж дымит внизу? Ну, как обычно, дифференциал. То, что легче, то и крутится. Ну, садись на пузо. Нет, садись. Вертик. Все. Да, теперь все. На первой прямой, да? Ага. Вот здесь, то есть колесо упирается и не едет. Находимся у вас Патриот 2018 года, 40 тысяч пробега у нас, правильно? Механика с электроблокировкой. Электроблокировка включается, Серега, расскажи, то есть пониженная, да? Пониженная, выжимаем сцепление, нажимаем кнопочку, ждем, пока загорится. Вот это, да? Блокировка и... заднего. А, показываю. Электроблокировка, да? Включается автоматически она получается, да? Давай потихонечку попробуем, посмотрим. Из машины вот такой подъем. Ага, все, все, нет, давай назад. То есть мы без какого-либо хода. Это штатная, да, вот этот? Да, вот, это мультимедиа. Угу. Это вот где, которая там в углу стоит она, да? Ну, рядом с запаской. Рядом с запаской, да. То есть камера не посередине. Ну, давай пробуй. А так тут, кроме, в принципе, жесткой блокировки, еще есть электронная блокировка. Ну, она когда включаешь, она, в принципе... Ну, вот эти про нее... электронная блокировка доступна. Вот, то есть сейчас вот электроблокировка включилась, да? Ну, она, в принципе, по умолчанию включается, когда понижаешь, включаешь. Ну, давай, газ, пол, пробуй. Вот слышно даже было, что тормоза прикусило. Да. Здесь двигатель стоит обычный из-за МЗ, да? 137, по-моему. Да, 137. Как-то так. Вот, колеса стандартные. Да, стоковые. Колеса стандартные. Я имею то, что вот посидел буквально 5 минут в этом автомобиле. Ну, отличается от Нивы. Намного мягче, намного удобнее, мне кажется. Не знаю, как по косякам. Была у меня Нива. Как бы пободрее, чем Нива. Ага. Шеви Нива у меня была. В
поэтому УАЗике поуютнее сидеть. Ну, поуютнее, да? Места больше. Сзади место, тьма. Ну и так, в принципе, функции, что, камеры, патроники перед, зад, камера задняя. А, это я еще фронт режим не включал, короче. Сейчас, когда. Но это заезжаем... на спуске, для... нет? Нет, это не для спуска, это чтобы она электронные обороты не глушила, короче. А, вон как. Вот, и за сколько ты его взял? Ты его взял недавно, я так понял, да? 760, да. Недавно, 760. Это с пробегом 40 тысяч? Да, 40 тысяч. 760 рублей. Старый накатал. Ну, вообще классно, вот внутри находиться классно. Ну все, спасибо. Думал, будет хуже. Да, отлично. Сейчас вот решили попробовать плоскогубцами довернуть. Вот видишь, как будто не доходит она. Там вот сравнивается, а здесь нет. Блин, ну и Isuzu, конечно, мощь двигателя позволяет себе побаловаться, прыгнуть. Алексей стравился. И пробуем заехать сюда. Красавчик. Пятиступенчатый автомат. Вот чуть-чуть вам не хватило, да, заметили? И завис, наверное. То же самое. Блин, Дастера, конечно, мне нравится. Хорошо едет, хорошо. Вот все равно, считаю, вот новый Дастер, сколько? 1,5 миллиона сейчас, да, стоит? Двухлитровый, если новый взять. И для трассы, и по бездорожью. Вот 1,6. Ну, вот реально показывает хорошие результаты. Но, к сожалению, ценник у него сейчас, да, кусается. Не так все просто, Дима. Мы Дмитрию заказывали самоблок. Уже год у него лежит в гараже, так все никак не поставит. Думает перейти на другой автомобиль. Говорит, не знаю, говорит, ставить, не ставить. Этот автомобиль он сам делал. Все, прошел, молодец. Что мне нравится на УАЗах? Выворот колес. Блин, газели, УАЗа разворачиваются. На месте почти. Прикольно, у меня так есть. Не откатывается машина сама. А, вон что есть. Я понял. Я понял. Ну это помощь при спуске или как она там называется. Ну что, классно, навороченный. Поехали. Так. Не пролазишь? Не пролазишь? Поколот ложи, пройдет. Слушай, отломаешь так. Да, 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 нормально, проходишь. Здесь вот как раз вот
Ну нет, смотри, прошел. Отлично. Молодец. Сейчас просто смотрим на задке, как блокировка срабатывает. То есть перед здесь не крутит, а сзади два колеса маслает. Говорю, отличный вариант. И как видите, да, что на моноприводе, например, в этом грунте очень сложно. Закапываешься очень быстро. Да. Включай полный. Поехали. Вот вам полный привод, пожалуйста. Разницу, да, заметили? Новый сейчас 1 600 000 у вас на автомате. Так, у нас УАЗ притонул, и мы выдергиваем двумя автомобилями. Исудзе, УАЗ Патриот за два троса. Смотрите, равномерно тащут. И УАЗ не поддается, не поддается. Хотя тянем двумя машинами, представляете? Сейчас еще рывок. Что-то это уже прикольно. Поехали. Не получается. Подожди, не крути свои колеса.